ездили пиратские шхуны, когда на воде и на суше поджидали опасности, а магия была так же реальна, как дамские корсеты. Элизабет, ну как платье? Говорят, такие в моде в Лондоне. Ведь на модницы Лондона обходятся без воздуха. И выбрали главарем. Великая пиратская история началась. Со встречи трех любителей приключений канал Disney представляет «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Смотри самый известный блокбастер о пиратах в первый день. Вещание канала Disney в России. Кира Найтли, Орландо Блум, Джонни Депп, Джеффри Раш. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Во вторник на канале Disney. Сразу после...